редакция «Телеэкспресс» представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Зима не сдает позиций. Порывы ветра сегодня достигали 16 метров в секунду. Потанцуйте тут еще. Образцовый в прямом смысле этого слова. Хореографический ансамбль «Крещендо» может остаться на улице. И на шаг ближе к чемпионству определен победитель футбольных баталий «Нефтяников». Непогода в Ноябрьске стала главной новостью этого дня. Порывы ветра сегодня достигали 16 метров в секунду. Как сообщили новостям нашего города метеорологи, причина непогоды кроется в циклоне, который пришел в Ноябрьск с северо-запада. Он сопровождается метелями, снегом и сильным ветром. Такая ситуация сохранится в течение сегодняшнего дня. Однако уже ночью ожидается ослабление ветра. По словам синоптиков, 20 марта в Ноябрьске ожидается 17-20 градусов мороза. К слову о разбушевавшейся погоде. Сегодня говорили и на совете директоров, который прошел в администрации города. Причем не только в контексте сегодняшнего каприза, но и о картине в целом. Так, за эту зиму снега уже выпало чуть ли не в полтора раза больше, чем в прошлом году. Ни коммунальщики, ни дорожники с таким объемом работ просто не справляются. Только сотрудники ДРСУ с 1 января этого года вывезли 78 тысяч кубометров снега, тогда как по плану должны были очистить Ноябрьск от 63 тысяч. Со вчерашнего дня мы перешли как бы на очистку поселков Мехколодна, 101, 102, 15, 87, СНП, потому как в городе, в принципе, так подобрали снег. Вот. Но снега в этом году много, и непогода будет немножко. Нет, если вы смотрите на меня и говорите, паводок будет немножко, то это не значит, что я слышал, спокойно к этому отнесу. Я свое мнение высказал. Как только начнется паводок, и если будут жалобы от населения, то управление ЖКХ в полном составе выходит на субботник. Или вы сейчас наводите за оставшиеся дни порядок и убираете все кучи, которые навратили управляющие компании ТСЖ на придомовой территории. Или с моей стороны, будет жесткая позиция. Добавлю позицию Андрея Касьяненко. Разделили практически все собравшиеся. Работу коммунальных служб раскритиковал и руководитель «Энергогаз Ноябрьска». У нас большая претензия сейчас ко всем тем организациям, которые занимаются вывозом снега и складированием их. Пошло прямо такие разрушение коммуникаций, так скажем. То есть складирование возле ТП, РП, ЦТП, на коллектора канализационные, вплоть до что уже есть даже случаи, что провал камер тепловых, то есть как-то вот работа ведется безалаберно в этом направлении. Все растает, все как будет красиво, у нас все коммуникации будут опять разрушены. К слову, у коммунальных служб тоже есть вопросы. Только адресованы они пожарным и были озвучены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так огнеборцы вынесли предписание управлению жилищного хозяйства о том, чтобы они перенесли радиаторы отопления, которые установлены в подъездах многоквартирных деревянных домов, на высоту более чем 2 метра. Этого теперь и требуют правила пожарной безопасности. Однако для управляющей компании это проблема. Дома старые, к тому же, если батареи будут отапливать не пол, а потолок, в них станет холоднее. Вы пишете предписание поднять его на 2,2 метра. Что указано в нормативных документах? Я согласен по нормативным документам, но вы тоже согласитесь со мной, что строилась эта отопительная система, проводилась согласно, наверное, каких-то тоже документов. Ноябрьская семья благодаря сотрудникам надзорного ведомства получила жилье. Прокуратура города в судебном порядке обязала администрацию Ноябрьска предоставить матери с ребенком-инвалидом жилплощадь. Как установлено проверкой, мама с 12-летним сыном, который страдает тяжелым хроническим заболеванием, проживают в квартире с еще тремя людьми. А согласно закону, ребенок с таким диагнозом имеет право на отдельную жилплощадь. Накануне Ноябрьский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Отмечу, исполнение решения суда находится на контроле надзорного органа. Предложение по усовершенствованию сферы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассмотрели окружные власти. Совещание с руководителями окружных департаментов социальной сферы региона провела заместитель губернатора Татьяна Бучкова. Так, предложения коснулись финансового вознаграждения опекунов
чьи дети успешно участвуют в конкурсных, спортивных и других мероприятиях. Кроме того, были рассмотрены варианты поступления в детские сады, школы искусств, музыкальные и художественные школы, а также возможность предоставления ипотеки и жилья сиротам на льготных условиях. Создать условия для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, безусловно, необходимо. Однако их создание нужно организовать так, чтобы они не были использованы в корыстных целях, подчеркнула Татьяна Бычкова. Образцовый хореографический ансамбль «Крещендо» в мае готовится отметить свое 15-летие. За это время постоянный и незаменимый педагог Валентина Гуськова воспитала и выпустила 5 поколений учеников. Ансамбль неоднократно становился лауреатом и дипломантом различных конкурсов. 3 воспитанницы «Крещендо» занесены в Российскую энциклопедию одаренных детей России. При этом почти половину своей жизни коллектив даже не имел своего помещения и буквально скитался по чужим танцевальным залам для того, чтобы просто иметь возможность заниматься. После многолетней переписки родительского комитета ансамбля с различными инстанциями в 2011 году «Крещендо» наконец справил новоселье. Тогда оказалось, что все мытарства позади, и что если у ансамбля и будут трудности, то только творческие. Однако сейчас стало понятно, что беда вернулась. И снова родители маленьких танцовщиц бьют во все колокола для того, чтобы их услышали и помогли сохранить уникальный городской коллектив. Когда педагог от Бога, это видно сразу, но особенно остро такие вещи чувствуют дети. Маленькие танцовщицы внемлют каждому слову Валентины Гуськовой. Они впитывают каждое ее движение и под ее руководством шаг за шагом постигают неимоверно трудное искусство хореографии. Сейчас девочки занимаются в небольшом классе. Третья школа потеснилась и предоставила будущим звездочкам этот зал, потому что основное, такое долгожданное и такое выстраданное помещение для занятий оказалось непригодным. В сентябре месяце мы пришли, мы ничего такого не заметили. Мы ничего такого не видели. И буквально, да, все так было здорово, все так красиво. Ну а вот ближе к Новому году стало все больше и больше эта чернота распространяться. И вот все больше этот запах. И дети этим дышат. Это бывшая оранжерея третьей школы. Для «Крещендо» она подходит как нельзя кстати. И размер хороший, и раздевалки есть, и место для костюмов. Только вот расположен зал над бассейном. И влажный воздух снизу, плюс тепличные условия, которые были созданы для растений, с людьми сыграли нехорошую шутку. Когда старые деревянные окна в помещении заменили на современный, но не дышащий пластик, главной хозяйкой танцевального зала очень быстро стала плесень. Буквально за пару месяцев она расползлась по всем стенам, они почернели. Дышать в классе стало трудно, и родители заметили, что девочки начали уставать сильнее обычного. У меня занимается 2 деток в этом коллективе. Старшей дочери 13 лет, она в старшую группу ходит, и младшей дочери 10 лет. Старшая дочь очень сильно жалуется на головные боли и просто общую слабость после танцев. Болит голова. Это стало частым явлением. Вот именно здесь. Вот именно здесь, да. Во всем виновата плесень, уверены родители, и говорят, что если сейчас не спасти танцевальный зал от этой черноты, значит, она будет отвоевывать для себя новые площади. Тем более, что грибок уже появился в школьном спортзале. Еще вспоминают мамы и папы, в бывшей оранжерее, как и во всем образовательном учреждении, ранее был намечен капитальный ремонт, который по объективным причинам не состоялся. Так может, сейчас самое время приступить к делу? Или опять родителям надо пройти все инстанции для того, чтобы обратить внимание на проблему и доказать, «Крещендо» нужна помощь? И вообще, знаете, просто обидно за то, что вот коллектив несет на себе глобальную работу. Одна Валентина Александровна работает с 60 детьми, 5 групп от 5 до 15 лет. Все они с удовольствием ходят, с удовольствием посещают. Но почему настолько коллективу отношение вот такое, мне кажется, нечеловеческое просто. Родители готовы сами взяться за ремонт помещения. Им не привыкать устанавливать станки и отмывать залы после бесконечных переездов ансамбля. Папа одной из воспитанниц, профессионал в области коммунальной сферы, говорит, что плесень – это следствие повышенной влажности и плохой вентиляции зала, а конструктивы оранжереи в отличном состоянии.
Решение, конечно, здесь одно. Первое – это замена всех окон на проектные именно с вентиляционными системами. Второе – производство косметического ремонта с применением современных средств, которые бы удаляли этот грибок. То есть это дорого все, но это все есть, это можно сделать. И третье – завершающей стадии. Проектная организация выходит сюда на место, составляет проектные нормативы, на основании которых и компания, которая выигрывает тендер, производит демонтаж и монтаж вентиляционной системы проектной, которая бы обеспечивала отвод влажного воздуха. Пока взрослые ищут выход из положения, дети активно готовятся к юбилейному концерту. И когда юных танцовщиц занимается сразу много, или когда танцуют старшие девочки, делать нечего. Всем приходится идти в большой заплесневевший зал. Преподаватель, чтобы хоть как-то выветрить удушающий запах, ежедневно перед уроками выполняет вполне себе акробатические трюки. Говорит, что за себя ей не страшно, а вот девочки, которые выдерживают колоссальные нагрузки, достойны заниматься в достойных условиях. И все, что зависит от преподавателя, она сделает. Сюда ставим. Вот так открываем. Но это не открывается у нас, потому что это все замерзло. Потом Валентина Александровна спускается с лестницы и учит своих воспитанниц главному – видеть вокруг себя прекрасное, то, что помогает преодолеть все трудности. Мы смотрим из себя и через эти стены на все пространство мира, которое нас окружает. Вспоминаем наш замечательный парк, в который мы ходим гулять, наш зимний парк, который у нас есть в городе. Мы вспоминаем то море, на которое мы тоже выезжаем вместе со всем коллективом. И стараемся, да, и стараемся вот набираться той души, которая есть в природе, но, к сожалению, не вокруг нас. И затыкаем носы, потому что у нас здесь как бы не очень приличный, хороший запах. И стараемся, не обращая ни на что внимания, работать. Ирина Потехина, Александр Иванов, новости нашего города. Ансамбль «Крещендо» относится к Центру детского творчества. Это бывший дом пионеров. Старое деревянное здание, расположенное возле второй школы. Здесь тоже есть два танцевальных зала, но маленьких и довольно холодных. Девочкам, которые занимаются в основном на полу, такие условия абсолютно не подходят. Сам центр требует уже не то что капремонта, а переезда в другое здание. Но это, говорит директор ЦДТ, дело далекого завтра. А вот проблема «Крещендо», возможно, будет решена. В январе при департаменте образования создана комиссия, которая устанавливала причины образования плесени. По последним данным, значит, заказана проектно-сметная документация на это помещение, на реконструкцию вентиляционной системы. И летом будет произведен ремонт по вот этой вот проектно-сметной документации. Россия готовится к очередному тотальному диктанту. Бесплатные занятия, на которых можно подготовиться к его написанию, проходят в 22 городах страны. Ближайшим к Ноябрьску городом, где можно пройти подготовительные курсы, стала столица области Тюмень. В прошлом году мероприятие прошло в 89 городах России и мира, охватив 10 стран. Его участниками стали порядка 14 тысяч человек. Еще около 15 тысяч посмотрели онлайн-трансляцию. Добавлю, акция, которая изначально задумывалась студентами Новосибирского государственного университета, в этом году пройдет уже в 10-й раз. Она состоится 6 апреля. В Ноябрьске назвали имя лучшего ученика. Им стал Александр Калачев из 3-й школы. Второе место в конкурсе занял 10-классник школы номер 14 Михаил Кондратенко. А на третьем оказалась Арина Галиченкова, ученица гимназии номер 1. Напомню, победители определились по итогам 3-го тура состязаний, конкурса «Экспромта», в котором приняли участие финалисты. Они представили свою точку зрения на слова из послания президента к Федеральному собранию. Финалисты традиционного конкурса «Ученик года» в подарок получили жесткие диски и грамоты. Занявший второе место Михаил Кондратенко получил еще и специальный приз – планшетный компьютер. Конкуренция была хорошая, потому что ребята все сильные, все умные и замечательные, и все достойны называться учениками года, они действительно являются учениками года. Победить было сложно, ужасная, вернее, полторы недели подготовки, бессонные ночи, это зубрежка, вспоминание всех пробелов, заполнение, это было очень тяжело, но, слава богу, я справился. А далее в программе коротко о спорте. В «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегазе завершились соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады подразделений предприятия. Более именитая по своему составу команда аппарата управления достаточно предсказуемо заняла первое место, обыграв своих соперников по финалу с крупным счетом. В
Второе место завоевала дружина первого цеха добычи нефти и газа. Бронзовые медали в активе коллектива первого цеха подготовки и перекачки нефти. Кроме того, специальным призом за волю к победе была отмечена сборная восьмого цеха добычи нефти и газа. Прогноз погоды через несколько секунд. А у меня на этом все. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Партнер программы – магазин «Потис Андверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. Марта в Салехарде без осадков. Ветер северо-западный, температура 20 градусов ниже 0. В Муравленко переменная облачность. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура 19 градусов мороза. В Ноябрьской облачность с прояснениями. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Температура минус 18 градусов.